И, Станислав Сергеевич, можно, пользуясь случаем, к вам обратиться с обращениями от предпринимателей по поводу регламента по ковиду. У нас есть обращение, сейчас начинается теплолетнее время. Если можно, для рестораторов, и у нас не одно обращение, снять ограничения по размещению столиков на летних верандах, чтобы можно было как можно больше их открыть. Это первое. И второе, приближаются школьные выпускные. Мы знаем, что классы все общаются и так, как немало времени вместе, и на уроках, и прочее. Если есть такая возможность провести им школьные выпускные студенческие в ресторанах, я думаю, это поддержит и бизнес, и будет приятно как школьникам, так и студентам. Логика была ограничения, они у нас были достаточно жесткими, гораздо жестче, наверное, вы заметили, чем у соседних регионов. Но это все привело к тому, что мы с вами все вместе больше всего жизни спасли. Теперь, что касается логики дальше ограничений или их снятия. Значит, во-первых, вы по всей стране, по всему миру, это видите, ограничения будут, конечно, сниматься. Хотя, как вы видите, цифры коронавируса по-прежнему не маленькие. У нас, на самом деле, сейчас с коронавирусом ситуация такая же, даже, может быть, чуть больше, чем в прошлом году в это же время. Но сейчас что поменялось? Во-первых, понятно, как коронавирус лечить. Во-вторых, все-таки появилась вакцина. Поэтому ограничения будем по максимуму снимать там, где люди вакцинируются, где коллективы вакцинируются. И преференции будут именно такие. Но есть какие-то вещи, которых мы стали уже понимать, как вот вы, опять-таки, все предприниматели, оцениваете тот или иной риск, когда занимаетесь делом. Вот мы тоже смотрим, где сначала же в пандемию ничего не понятно было, сейчас уже мы что-то понимаем. Поэтому то, о чем сказал Александр, речь идет о летних верандах, там сейчас... Ограничения какие действуют? Там можно 100% загрузку делать, если расстояние между столами 2 метра. Но у нас веранды достаточно компактные в городе Иваново, в Ивановской области, поэтому нет возможности, к сожалению, так широко расставлять. Мы видим, что на улице риски заражения ниже. Это доказано уже. Это не домыслы, это наука. Поэтому я считаю, мы сегодня говорили, мне несколько предпринимателей написало напрямую в Директ в Инстаграме, мы с Роспотребнадзором обсудили, они проблем не видят. Поэтому мы это примем решение, думаю, что завтра же мы его оформим. То же самое касается выпускных вечеров. Есть протоколы безопасности в школах, классы, как правило, отдельно эти выпускные отмечают. Никаких проблем Роспотребнадзор, они все-таки у нас отвечают за оценки рисков пандемии, здесь не видят, поэтому тоже это ограничение, конечно же, снимают.